Сегодня Россия отмечает 75-летие со дня победы в битве на Курской дуге. Она продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Сейчас в Чувашии 32 участника тех боев, из них 6 женщин. Одной из тех, кто помнит драматические события, встретились сотрудники Чебоксарского центра социального обслуживания населения. Татьяна Орлова в войну была фармацевтом при эвакуационном госпитале. Ее боевой путь начался еще под Ржевом в 1941 году. Во время Курской битвы лазарет дислоцировался в Туле. Не было ни минуты свободного времени, говорит ветеран. С передовой не иссякал поток раненых. Столько было раненых, это невозможно. У нас даже второй этаж даже на койках делали. Не хватало мест. Победу Татьяна Орлова встретила в Латвии. Сейчас ей 94 года. У нее дети, внуки, есть даже праправнучка. Поздравить ветерана приехали социальные работники вместе со своими юными подопечными. В Чебоксарах они должны посетить еще 19 участников Великой Отечественной войны. Гости преподнесли Татьяне Евгеньевне подарки и спели вместе с ней фронтовые песни. Тихо плещет волна, ярко светит.